Всем здорова, дорогие друзья, с вами я, Дани КБ, и сегодня у нас новое видео. Мы играем в GTA 5 онлайн, не РП, онлайн. Будем сейчас ебать, поедем в казино нахуй, крутить фишки. На таком сочненьком, ебать, блять, я забыл, как называется нахуй, кабрике. Не, будем ехать вот так. Да, будет подлагивать. Это да. GTA 5 у меня вот так только. С ней только так. Капризная, рот того ебал. Так. Ну, я в закрытой сессии играю, чтобы как бы никто не мешал. Плюсом еще меньше, блядь, больше FPS. Вот мы и подъехали. Все, сейчас по-красивому подойдем, ебать. Нихуя себе. Будем сейчас крутить фишки. Так, я еще что-то хотел сказать. Получается, я там нашел нормальный такой автомат, где более-менее выдает. Сегодня будем добиваться, чтобы мы, блядь, выбили что-то достойное. 36 всего тысяч фишек у нас. Сейчас мы еще купим. Ну, денег у нас не так много, конечно. Купим 20 тысяч фишек. Так, у нас есть... Того у нас 56 тысяч фишек. Так, вот этот автомат, он охуенный просто. Здесь выдает пиздец. Ебать. Ну да, я вроде поставил на средний. Здесь все равно пиздец у нас. Ладно, погнали. Крутить. Такое... Блядь, вообще... Как... Что по текстурам? Пиздец. Так, получается, нам надо выбить, чтобы мы... Блять, громковато как-то, нет, не орёт. Орёт. Три колокольчика нам желательно. Три колокольчика, либо сливы, либо ножи. Типа, ну, смысл, на вишенки упадут, и чё с того? В 12500 мы уйдем в плюс, и чё? Да и то не факт, что в плюс, мы сейчас сольем до хуя. Пока нихуя не идет. Получается... Выбивал я три арбуза, выбивал три колокольчика, выбивал три сливы, выбивал. Ну и понятное дело, эти вишенки. То есть я не выбивал три семерки, три бензопилы, три бензопилы. Ножик, блядь, я уже охуел. Ну и три ножа, собственно. Сегодня надеемся на что-то типа такого. На вишенке мы просто можем закрывать глаза. Но а хули они нам дадут, собственно. То есть все. То есть нам сейчас вишенки упадут, мы поднимемся просто до того, с чего и опускались. Я не понимаю, почему он радуется, блядь, ножу нахуй. Одному. Ладно, там двумя. Ну, слева тоже было бы хорошо, кстати. Ну да. Я пока ни на что не надеюсь. Я думаю, нам выпадет где-то на 1030. То есть, ну, тогда... Да ёбаный в рот. То есть мы сейчас сольем, понятное дело, до хуя. Хуя, кстати, сливы упали. Пока ничего интересного. Получается, пока поговорим о стримах. Сейчас я открою календарь, ебать. Так, давай, понеслась. А, календарь, где сейчас бы календарь найти? Снова 3 сентября, все такое. Песенку. Лайк, если знаешь песенку. Нихуя, кстати, ножи упали. Вот он нашел. Ножик. Почти два. Ну, блядь, хотя бы два. Хотя бы два выпало бы и было бы классно. О, нихуя. Было бы классно. Счет знакомый, 44 400. Так, получается, расписание завтра, то есть сегодня 21-е. 21-го я, скорее всего, блядь, видос отмонтирую, 22-го выложу. 23-го у меня будут кадры, 24-го тоже будут кадры. 25-го, если я не занят, будет стрим. Дорогой зритель, если ты не хочешь пропустить стримов от меня или видео, то заходи на наш дискордик, там мы общаемся все вместе, плюс еще и там и оповещение есть. Поэтому заходи туда, жду тебя, ссылка в описании.
что-то типа. И то стрим будет примерно в часа 2 по московскому, либо в 2.30. Ну, как собственно, 21-го, то есть сегодня. Вот так вот. Будем. Конечно, пока ни хера не выпадает. Нас только пранкуют. Ни хера, 3 семерки вот так. Жалко, не считается. Да. Чё по сливам, кстати? Сливы нас пранкуют, как не знаю кто. Сейчас черешни пранкуют. Чё-то вишенки. Смотри, как сливы попёрли. Что за херь? Опять слив. Сейчас опять слива будут. Будут. Ну нет, не слива, ну ладно. На нож надо надеяться только в КС-ке. Ну и чё мне дало, блядь? Пиздец. Если бы 3 раза выпали вишенки, то можно было бы уже чуть-чуть приохуеть. А так-то похуй. Только этот сбился, скорее всего. Либо здесь же это... Или как? Я не знаю, как здесь работает. Это рандом. Либо же этот. Счетчик есть специальный. Ну, это навряд ли, я думаю. Какая хуйня. Блять, ну колокольчики-то могли бы выпасть. Хуйня. Все не в ряд, блядь. Колокольчик. Почти колокольчик. Да. Ха. Да, понимаю. Хуйня. Давай. Хуйня. Так. Угу. Я понимаю. Сольем деньги, я просто в ахуе буду сидеть. Я в прошлый раз слил, кстати. А потом на 5000 фишек поднял полтишок. Поднял полтишок. С колокольчиков как раз таки. Блять, как колокола... Ой, что сказал? Колокола, блять. Кока-кола ванила нормальная такая вкусная. Блять, вишенки выпали, а мне вообще поебать на них. Реально. Но мы чуть-чуть приблизились к нашему нулю, откуда мы и стартовали, собственно. Давайте по первой сидеть. Колокольчик. Хуйня. Угу, я понял. Понимаю. Бензопила, нож, хуйня. Угу. Понял. Угу. Угу, понял, хуйня. Какая параш... Бля, я сейчас сижу, как этот чел слева, нахуй. Пиздец, блядь, что за хуйня происходит, нахуй. Жизнь говно, блядь. Ёбан в рот, блядь. Не выпадают вишенки. Ой, наоборот, выпадают вишенки, говно какое-то. Мне надо сейчас слить прям все нахуй, чтобы мне выдало хотя бы колокольчики, блядь. Ну... Ладно, здесь уже даже эти сыграют. Даже вишенки, блядь, сыграют сейчас. Выпадут вишенки, то... Ну, ладно, я чуть-чуть порадуюсь и, скорее всего, уйду. Но ничего я выводить не буду. Если выпадет колокольчики, то я выведу чуток. Но я ставлю на следующее видео. Так, ой, бля, фараша. Ну такое, блядь. Сдохнуть можно. Тебя покромсали. Это ты, жертва. Потрачено, нахуй. Ну да. Тебя пустили на жаркое. А, на жаркое. На жаркое, блядь. Прикол, да? Сдохнуть можно.
Ножик, блядь, ёбаный в рот. Выдай, выдай. Не то выдай. Выдай нормально. Да хотя бы арбузы, блядь. Это арбузы 50, да? Арбузы 75. Это, то есть, это... Это 1030, наверное. Арбузы выдадут. Блядь. Ёбаный в рот, нахуй. Давай ебаш. Что ты стесняешься, нахуй? Все свои, ебаш. Это пизда. А, я понял. Я понял, нахуй. Я тебя услышал. Ладно. Посидим молча. Сейчас будет молча. Вот так вот сделаем. Я тебя понял, блять. Пошел ты нахуй, сука ты драная. Три раза, блять. Три вещи не выпало, нахуй. Можно вид поменять, блять. Ёбаный в рот, блять. Это пиздец, блять. Ну... Дождаемся следующую серию и будем пытаться, блядь, крутить. А то это пиздец, блядь, не выдает от слова нихуя. Давайте куда-нибудь вот сюда вот встанем, попрощаемся. Ну, блядь, сейчас бы прощаться где-то на помойке, нахуй. Ладно, пацаны, короче, сегодня нам нихуя не выдало. Надеемся, то, что в следующей серии нам что-то выдаст. Будем на это надеяться. А я с вами прощаюсь, с вами был я, Даник КБ. Всем удачи, не ходите в казино. Всем пока-пока.